Так. Значит, смотрите. Станцию человек заказал. Через Китай приветствую. Сейчас будем делать мод. Заказал антенну. Сам застон. Дело в том, что наши местные ребятки уже совсем подгорели. Уже чуть ли не там, сколько там, за 3700, по 4 хотят просто без модов станцию. Это уже перебор. Совсем несерьезно. Если я брал за трешку здесь у нас в Украине, и это было быстро, то за 4 это уже бред. Поэтому вот человек на меня заказал. Ну, вернее, я заказал, получил. Сейчас будем делать мод. Так, сделал мод. Будем собирать. Будем собирать. Смотрим. 250-550, нажимаем на передачу. 5,5 ватта, ну пусть так и будет. Садком здесь есть, мод сделали. В принципе, хорошо. Все, завтра отправится товар Людыни на Західну Україну. Я думаю, принесет пользу. Надеюсь, эта станция этому человеку. В общем, заказывайте, пишите на Viber, через Китай закажу, получим. Сейчас идут они долговато, это около месяца ползет станция, но в любом случае приходит. Вот. И обратите внимание, что на кацапы это понятно, то такое, не потреб. Но на превеликий жаль и в наших украинских группах, у нас от коми есть куча всяких гандонов, вот, которые прикидываются, мимикрируют псевдопатриотами, но на самом деле такие же пидорасы, как и кацапы. Вот, поэтому, ребята, ну, обращайте внимание просто. Либо хотя бы спросите у меня, кто там, кто есть. Потому что там много таких шустых парнишек есть, которые на самом деле в десна лупили с кацапами, а потом мне там что-то предъявляют за общение с Мехико и с Жекой. С Жекой мы давно кентовали с Ростова. То есть проблем никаких в этом нет. Он нормальный пацан. Просто сейчас не кентуемся, потому что он начал какую-то дичь рассказывать про то, что Россия выиграет. Россия отсосет. Вот и все. Рашка отсосет. А Мехико, ну Мехико это... У него свой бизнес, у меня свой бизнес. То есть это нормально. Он создал группу, я помог ему раскрутить ее. И цель у него одна, это нормальная цель. Он собрал просто клиентов из Рашки и продает им свой товар. В этом ничего плохого нет абсолютно, это бизнес. Вот, не знаю, там собирает информацию о ком-то или нет, это вообще не мое дело. А в том плане, что он просто окучивает потенциальных клиентов, это абсолютно нормально. Это работа. То есть в этом ничего плохого нет. Вот, поэтому такое маленькое лирическое отступление. Просто некоторые долбоебы в виде, кто там у нас, Белый Мах, Бадло Пидорас. Это, как его звать, Мостовик он. Всякие там вирусы, хуирусы и так далее. Дичь какую-то несут, ну это такое. В общем, всем добра и бобра, и всего наикращего. Слава Украине!